А? Антоха, привет, Андрей, деда. Че, ёбнулся, что ли, нахуй? На велике деда сбил, да. Блядь? Пиздец. Ну как ты нахуй ехал, блядь? Блядь, Саня, ты меня отвлек, нахуй, своими бутылками. Пиздец, блядь. Куда вызывать, блядь? Ёб твою мать! Ёкарный баба! Там на мотоцикле просто перед нами, на машине прям сбили парни. Он жив или нет? Охереть. Он жив? Девка насмерть. Мотоциклиста. Ебать, копать. Ебать, копать. Вот это нужно сохранить. Еще пошел. Аккуратнее, ребят, езжайте, ваша безопасность в первую очередь. Все, спокойно. Я спокойно поеду. Я спокойно. Он возмущается что-то. Ты знаешь, мы в последний раз заказывали, нам бесплатно не поступали. Да, я поэтому знаю. Мы там 1000 штук заказывали 100 лет назад. Розыгрыш надо сейчас в интернете посмотреть. Блять. Я только шлем не снимает. Нет, это у нас Жанет на ретро-ФМ 16.30 в столице. Опа! И как обычно в этот час на ретро-ФМ новости, о них расскажет Сергей Ясенев.